О, Юль, смотри, видишь рыцарские доспехи? Это доспехи рыцаря, вот, если вот встать. Да, какого роста небольшого, невысокого добить? Постаменте он. О, да, а он вон откуда. Небольшие. Юлька, ты практически его да, рост, если, если тебя поставить. Туда, да, то рыцарь ноги-то был. Вон у вас где? Они были невозможно. Но еще бы, еще по таким вон. Да, ну так вот. Потолки тоже говорят о том, что невысокого-то ростка. Что тут было? Ну, то, что хибискапы составы. Слышь, для любителей камушка. А, это ядра же. Слышь, надо без камушки не трогать. Да, вот. Я что, просто камушки не трогать. Я что, после Мальбека все это выглядит. Несколько, да. О, вот смотри. Да, Мальборки просто этого слишком много. Да, они когда реставрировали, я видел там копать. Потому что когда реставрировали турецкий замок. Почему тут тоже интересно, вот, смотри. Утварь. Тоже когда интересно. Когда реставрировали турецкий замок, то мы сюда вот на эту стену мы забирались. Я, Мохнатый, Лапс. Ну это и, что? И Неска приехали сюда. Один день просто с утра встали, что-то нас тут штырило, поехали в Сигу. Мы приехали, и вот как раз, по-моему, на эту стену. Арбалет, что ли? Да, арбалет. На эту стену мы забрались с той стороны. Тут еще вовсю шли ремонтные работы. И мы как раз сидели на стене и устроили пикник. Жалко, что фотки не сохранились. Да. Причем нас эти смотрители туда не заметили. А мы там тут как такое патина было. Ну да. Из-за я. Выход. Ой. А ну да, и вот тут. Вот и выход во двор. Выход во двор. Ну, конечно, тут еще не совсем. Он такой полуразрушенный. Все, тупик. А вот часы. Ой, вот это лестница. Слышь, как хорошо, что я посмотрела вниз. А у меня как раз наверх было, я шла-шла вперед. Сейчас бы вместе с камерой летела бы вниз. Видишь, это? Алексаша! Там тоже что-то? Давай, Юль, иди. Подвал. Цепь. Куда? А. Подвал. Вот, там даже звуки издаются. Юль, иди вперед. Юля, иди за отцом. Аккуратненько. А. Что, нет? Все? Совсем? Можно посмотреть на... А, на это видео. Все, да? Узников? Да. Вот. Это погреб. А. Две скульптуры узников. И все. И дядька. Ну что, выходим? Ну да, и в принципе и все, что тут есть. Да. Нет, здесь просто типок. Нет, ну для Юльки это будет слишком большое. Нет, я говорю тут. Да, просто постреляйте Юльку. Ну, чугу год. А что, Юлька может тоже? Ну, а может для детей маленькая, может, какая-то, не? Но она не попадет в мишень. Да какая разница? Вон тоже кто-то не попал. А? Очень много не попало. Ну ты хочешь пострелять? Слушай, главное, чтобы она ни в кого не попала. Да. То, что цель не попадет, это плевать. А ты можешь подойти попросить.
Эльку, Эльку можно отснять, сфоткать. Да, да, конечно. Нет, но я думаю, что для нее даже сам Кирилл Невской вот всяких поделок и всего прочего. Потому что вот как раз... Урал и Швал, да, Дукокс. Вот как раз вот они, вот самоеды, вот финно-угры. Это большие народы? Да, вот финны, угры, вот немцы, разные обские угры, самы. Дети, мордва, марийцы, удмурты, комяки, каремы, эстонцы. Комяки? Да. Вот, Соми. Комиши. Комиши, вот тут комиши. Да, самы, боты, угры. Выбежь, вот они. И вот, как я понимаю, вот эти, которые вот... И гауни, Соми. Те, кто дожили до наших времен. Все, что вот это вот. Ну вот же, Балтис, Юра, Соми. Да. Балтийская ветка, считай. Фильм Балтийского моря. Да. Да. Вот от него вот ответвление. Кто-то угры. Ну, Перма, Соми, угры. Идем дальше. Да. Колки? Да. А, ну да. Вот это вот Ивы. Вот они жили вдоль всего Балтийского моря. Пока не пришел крестоносцы. И их. Их. Несколько. Да, потому что Ливы не согласились с идеей крестоносцев, что они здесь жить будут, они сейчас будут на них пахать. И Ливы... Туго. Да. Это наступили тяжелые времена, да, так сказать. Ну, что, ой, вот это классно, песком они там рисуют. Нет, Юля, ну ты что? Сесть. Это что? Какие-то поделки немецкие, которые хранятся. О, смотри, котелок. Да. Смотри. А, видишь, что было? Вот у них было Торейда название. Вот видишь... этот, как его ливское название, Торейда, и оно до наших времен дошло уже как Торейда. Нова Цунвара. Да, видишь, не совсем. Вара, власть. Ну-ка. Вот как раз вот, вот копия вот этого ливского поселения, которое стояло вот здесь, которое крестоносцы радостно сожгли. И построили на их месте крепость, чтобы миру давать им деньги за копатки на этой крепости. Тут какие древние. Это что? Это, ну, вот камушки вот висели, звенели. Помнишь, как у нас Йосиков не привозили эти барабанщики? Вот они так звенели на ветру. Ливы сидели, балдели. Так это еще оттуда пошло, да, это все. Да, вот. О! Что? Я думаю, на ножницы похожи. Нет, а смотри, гребенка. Да, гребенка. Какие-то старые эти их браслеты. Да, да, это то, что было здесь найдено археологами. Ну что, пошли. Это чего такое? А это какой-то стол у них вот. Такой вот стол у них был? Ничего себе стол. А вон еще кое-какие тут предметы найдены. Украшения, может, какие-то. Ну, для археологов, наверное, очень интересно. В ногах розетка. А, да. Были, слышь, крестоносцы были не очень дружелюбный народец. Очень, а потом они кого-то встретили столь же недоброжелюбно. Да. Ну, или они с... Александр Невский. Ну вот. Который... Там тоже ребята были. Да, не больно-то дружелюбные. Ага. Как говорится, все в жизни бумерангом. Да,